Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Ведущая Александра Хайруллина. Здравствуйте, друзья! Большой пламенный привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал синхронного вещания в FM-диапазоне, телерадиоканал «Страна ФМ». Меня зовут Александра Хайруллина, это программа «Лучшая в стране», и вы уже знаете, что в этой программе только лучшие из лучших. Я невероятно рада и счастлива представить вам свою сегодняшнюю гостью. У нас в гостях генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия, президент-отель Кира Игоревна Захарова. Кир, добрый день! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я уверена просто, что сейчас наши зрители, которые сидят перед телевизором или смотрят нас в интернете и в приложении, ожидали здесь наверняка увидеть, может быть, женщину в возрасте, явно что-то другое, но не то, чтобы такую молодую, красивую, невероятно очаровательную девушку. Благодарю, Александра, которая управляет очень важным таким, в общем, отелем в нашей стране, самым главным и лучшим, если опять-таки верить, недавней полученной вашей премии. Может быть, с этого опять начнем, да, с этого и начнем наш разговор о том, что в октябре буквально гостиничный комплекс «Президент-отель» был признан лучшим в Москве. Лучшим среди отелей 4 звезды, лучшим конгрессным отелем. Нам действительно очень приятно получить эту награду, потому что у нас потрясающие конгрессные возможности, и мы стараемся их развивать, и делаем это довольно успешно, становимся лучше и лучше с каждым годом. И вообще «Президент-отель» — это действительно особенное предприятие, особенная гостиница в Москве. Что касается 4 звезд, люди, которые, я знаю, были в этом отеле, конечно, они удивляются, потому что там 5 жирных звезд, это точно, как минимум. Учитывая историю, учитывая масштаб мероприятий, которые там проводятся, и всего лишь 4 звезды. Как так? Почему так произошло? И будут ли 5 звезд? Будем работать над этим. Надежные, хорошие, правильные 4 звезды всегда лучше, чем чуть-чуть недотянутые 5. Соглашусь. Да, когда приезжаешь в пятерку и понимаешь, что какая же это пятерка, да. А когда 4 звезды, и тебя просто вызывает бурный восторг эти самые 4 звезды, ты понимаешь, что все гораздо круче. 35 лет исполняется, уже исполнилось. Да, в этом году, это такая серьезная, очень круглая дата. Мероприятия праздничные по этому поводу уже были, или каждое событие, которое проходит, оно так или иначе приурочено именно к этой дате? Безусловно, мы отметили 35-летие в нашем корпоративном кругу, среди наших сотрудников, наши гости это постоянно очень нас поздравляют. Это самое главное, конечно. Самое главное, потому что на самом деле отель — это люди. И люди, и наши гости приезжают не просто в прекрасное место в самом центре Москвы, они приезжают к людям. Их встречают наши сотрудники, горничные, официанты, повара, которые работают долгие годы в этом отеле. И очень здорово, согласитесь, приезжать в знакомое место к знакомым, приятным, гостеприимным сотрудникам, гостеприимному персоналу. Конечно, это уже целая семья такая получается. Это семья, конечно. Да, и самые близкие люди. Я очень хочу попросить вас рассказать немножко об истории отеля, потому что я уверена, что огромное количество людей, которые нас сейчас смотрят и слушают, понятия не имеют, когда примерно появилась, почему заказу появилась и какова была судьба этого отеля. Может быть, многие помнят просто, что она называлась «Октябрьская гостиница». Да, совершенно верно. Отель был построен в 1983 году, ему ровно 35 лет, Александр, совершенно верно. Да. И он назывался гостиница «Октябрьская», ЦК КПСС. Это был закрытый объект, куда пускали не всех. Там останавливались специальные гости. Ни одному туристу просто с улицы попасть было тоже невозможно. К слову, до сих пор ходит мнение, что к нам невозможно попасть с улицы. Нет, сейчас наши двери открыты, конечно, для любых желающих. Любой наш гость может забронировать номер, используя любые системы бронирования, в том числе Booking, или позвонив нам напрямую, и остановиться в гостинице «Президент-отель», стать нашим гостем. А также посетить ресторан или другие замечательные возможности, которые предлагает гостиничный комплекс. Возвращаясь к истории. Да. Действительно, был закрытый особенный объект. Мы принимали и продолжаем принимать официальные делегации первых лиц дружественных нам государств. Такой интересный факт. Борис Николаевич Ельцин до получения своей официальной квартиры останавливался в «Президент-отеле». Это был его второй дом на 11 этаже, номер 1121. Гостиница развивалась, и «Президент-отель» — это такой, знаете, свидетель новейшей истории России, потому что
83-й год, потом перестройка, потом 90-е, все менялось, менялась политика нашего государства, мы становились сильнее, крепче, менялись отношения со странами, с главами государств. Ну, то есть это очень-очень интересно. И вот наш отель, гостиница «Президент отель», действительно свидетель новейшей истории. И сейчас это современный, прекрасно оборудованный, оснащенный гостиничный комплекс в самом сердце Москвы. Конечно, расположение «Президент отеля» — это, ну, не знаю, ну, это невероятное. Это уникальное, это то, что отличает этот отель от всех остальных, московских, ну и, я думаю, вообще даже самых известных отелей во всем мире. Для тех, кто, может быть, не в курсе или подзабыл, вид панорамный открывается прямо на памятник Петру Первому, на Москву-реку. Ну, фантастическая, невероятная красота. И именно на этой самой площадке, я знаю, тоже проходил очень много переговоров, там известных лиц. За разные годы это же были самые первые лица абсолютно всех государств. Да, и так. То, что знает и помнит стены президент отеля, я думаю, что не знает и никто абсолютно там в мире. Столько там секретов. Александра, не смогу рассказать вам. Я понимаю вас, да, и требуется неправильно, конечно, у вас. Но, тем не менее, действительно, это так. И очень здорово, с 14 этажа президент отеля открывается прекрасный вид на Москву, такая, какая она сейчас. Там и храм Христа Спасителя, вновь возведенный, да. Уже в 2000-х годах, и прекрасный Сити, вот совсем новая-новая Москва, новая-новая история, и Кремль, и Москва-река, и памятник Петру, да, такой особенный, огромный, эффектный, но он действительно создает определенную атмосферу и определенную картинку города. Ну и говоря о тех возможностях, которые наши гости могут получить, прогуливаясь по набережной Москвы-реки, по прекрасному парку Горького, по парку Музеон, посещая Третьяковскую галерею, разные объекты и достопримечательности, которые действительно в шаговой доступности. Это очень-очень здорово, предоставляет огромные возможности для настоящего отдыха, который возможен в Москве. А что касается интерьера внутреннего, за эти 35 лет, ну, я предполагаю, он должен был меняться. Или все-таки в большинстве своем стараются сохранить то, что было? Интерьер, конечно, меняется. У нас существенное количество номеров были реновированы, и при этом мы все равно сохраняем интерьер в лучших традициях, если не советского, то классического стиля. У нас довольно просторные номера, что редкость для современных отелей категории 4-5 звезд. Есть и трехкомнатные номера, я знаю. Да, безусловно. Даже самый маленький номер занимает площадь порядка 35 квадратных метров. Замечательно. Действительно предоставляет возможность для комфортного отдыха. Ну, это классические интерьеры, современная сантехника, существенная часть номеров. Ну, я надеюсь, что По самым новейшим технологиям вы следуете этому. Правда, что в президент отеля есть собственное бомбоубежище? Да. У нас огромное бомбоубежище. Про это, наверное, тоже в эфире не стоит рассказывать. Нет, почему? Есть информация в интернете, она в открытом доступе, поэтому... Бомбоубежище есть. Мы действительно имеем возможность укрывать до 500 человек, оснащено всякими... Тем самым является отель, мне кажется, самым безопасным в мире, даже с этой одним точки зрения. Одним из самых безопасных. Да. Что касается безопасности, это тоже наша сильная сторона, пожалуй, одно из существенных преимуществ по сравнению с другими отелями. В Москве у нас своя система безопасности, которая действительно и ограничивает доступ от посторонних, возможно, нежеланных гостей. Она оснащена современной системой видеонаблюдения, контроля доступа и всякими другими скрытыми возможностями, которые позволяют обеспечить для наших гостей беспрецедентный уровень безопасности. Ведь наши гости зачастую это особенные гости. Многие из них действительно требуют особенного отношения, и мы это успешно реализуем. Кира, очень важный вопрос. Президент отеля находится при управлении делами президента России. Кстати, тоже юбилей, там 25 лет в этом году управлению президента, как все замечательно совпало, и красивые какие даты. Президент бывает в президент отеле? Вот такой прям вопрос очень важный. Все визиты президента, они заранее тщательно согласовываются. Безусловно, президент Владимир Владимирович Путин бывал в президент отеле неоднократно. Так. Если у президента свой номер личный?
в президент отеля? Лично у президента Путина нет своего номера. То есть президент заселяется в свободный номер, какой будет на тот момент? Нет, у нас есть категория номер, такая категория, как президентский номер. Он у нас один. Мы не имеем права сдавать его в обычную аренду, предоставлять его гостям. Это номер особенный. То есть даже если человек в состоянии оплатить его и захочет, позволить себе пожить в президентском номере? Этот номер предоставляется главам государства или главам правительств, имеет определенные протокол, согласно которому мы его имеем право предоставлять. Это не номер, закрепленный за президентом Владимиром Владимировичем. Так, понятно. Но, тем не менее, номер, в котором мы с радостью принимаем высоких гостей. Друзья, у нас сейчас короткая музыкальная пауза. Обязательно оставайтесь с нами, потому что мы продолжим беседу. Лучшее в стране. Продолжается программа «Лучшая в стране», телерадиоканал «Страна-ФМ». У нас сегодня в гостях генеральный директор, президент отеля Кира Захарова. Мы продолжаем говорить, конечно, про лучший отель нашей страны. И поздравляем попутно с 35-летием, которое как раз случилось в этом самом году. Кира, я хотела, чтобы мы с вами рассказали об отеле вот что. Сколько на сегодняшний день номеров в отеле, каких категорий, сколько ресторанов и так далее и тому подобное. Президент отеля 206 номеров различных категорий, от президентского до делюкс и стандартного 14 номера. 14 этажей, номера располагаются с 3 по 14 этаж. Замечательные номера, еще раз повторюсь, различных категорий на любой вкус и для деловых групп, где могут разместиться вдвоем, так и семейные номера, номера категории люкс. У нас 3 замечательных ресторана. Один из них, ресторан «Ассамблея», расположен на 14 этаже. Мы называем его панорамный ресторан. Фантастической красоты. Спасибо, Александра. Действительно, очень красивый вид, потрясающий. Ну и замечательная русская кухня. Ведь наши гости приезжают со всех уголков нашей планеты. 80% наших гостей — это все-таки граждане иностранных государств. Да, это иностранцы. Они приезжают и хотят посмотреть на настоящую Москву, на ту самую настоящую Москву из окон того самого президент-отеля и ответить настоящей русской кухне. Поэтому концепция ресторана «Ассамблея» — это качественная, современная русская кухня. И мы планируем замечательное мероприятие, которое пройдет 31 декабря, а именно Новый год. И в новогоднюю программу мы задумали много сюрпризов для наших гостей, прекрасное предложение по кухне. В общем, будем рады видеть всех у нас в гостях на Новый год. Что еще не рассказала Александра? Мы говорим с вами про 3 ресторана, про один, про ассамблею рассказали. Про ассамблею. Да, 2 других. 2 других. Это ресторан «Якиманка», в который проходят завтраки. И проходят даже специальные мероприятия, если мы организуем питание для наших групп. Замечательных обеды, ужины, а также ресторан «Аврора». Это лобби-бар, который является нашим основным таким рестораном, где наши гости могут перекусить вкусная европейская доступная еда. У нас 24 зала в президент-отеле, в государственном предприятии президент-отель, а непосредственно в самом отеле 18 залов, где можно проводить мероприятия на самом высоком уровне. Очень много, огромное количество залов. Таких отелей, наверное, единицы по всему миру. Не так много их, конечно. Не так много. И более того, зал действительно уникальный. Не просто замечательно функциональные, просторные, светлые, но и залы, в которых творилась история современной России, это тоже дорогого стоит. С особенным интерьером, с люстрами выполненными, ручной работы, с уникальными, действительно уникальной мебелью. Ну и, конечно, неповторимой атмосферой, потому что история дорогого стоит. Ну, в общем, да, это прям такое путешествие, наверное, мне кажется, в те времена далекие и погружение в эту самую историю. Помимо замечательных этих залов и чудесных ресторанов, о которых вы уже сказали, я знаю, что в президент-отеле есть и бассейн крытый свой, собственный. Есть там, разумеется, сауны, есть тренажерный зал, какой-то очень фантастически современным образом уснащенный. Есть магазины, да, разумеется. Что еще не назвали? У нас есть замечательные услуги дополнительные, которые гости наши могут получить в президент-отеле. Мы сейчас открыли спа-зону, где у нас замечательный массаж, действительно на очень высоком уровне массаж и спа-процедуры по телу. У нас есть служба консьержей, которые могут выполнить любое поручение нашего гостя, что тоже очень ценно. И сейчас мы для наших гостей
такую предлагаем очень интересную услугу. Поскольку мы располагаемся в самом сердце Москвы, в шаговой доступности от основных объектов, и в том числе от Третьяковской галереи, мы предлагаем для наших гостей отдельную программу, которая посвящена именно искусству. Как Президент интересно. Президент отель является другом Третьяковской галереи. Наши гости могут посещать Третьяковскую галерею без очередей, попадать на специальные мероприятия. Это тоже очень здорово. Наши консьержи могут разработать особенную программу, которая учитывает предпочтения гостей. Ну, конечно, Третьяковская галерея — это всегда уникальные выставки. Вот сейчас проходит ряд потрясающих событий в Третьяковке. Ну, например, выставка Куинджи, на которой огромные очереди. Вот наши гости могут попасть туда без очереди, познакомиться с уникальной экспозицией. Кир, скажите, пожалуйста, а дружба с Третьяковской галереей, она случилась уже с вашим появлением или была до этого? Буквально, да, в течение, наверное, полтора месяца назад мы подписали соглашение. То есть это благодаря вам это случилось? Любви к искусству? Ну а как? Говорит, что это просто совпадение? Я в это не поверю. Ну, конечно, все процессы, которые происходят в отеле, все процессы связаны с так или иначе с решениями, которые Конечно. Принимают руководство и его команда. У нас замечательные люди работают, креативные, творческие, инициативные, поэтому я не могу сказать, что это мое решение, это решение команды, это действительно здорово, потому что позволяет нашим гостям оказывать разные услуги и расширять спектр этих услуг, чтобы гости, попадая в Президент-отель, попадали действительно как домой. Мы их окутаем заботой, вниманием, безупречным, красотой, искренним сервисом, историей. В общем, уезжать оттуда не захочется совершенно, это точно. Но помимо возможности оказаться в Третьяковской галерее без очереди, как вы сказали, есть еще и специальные выгодные какие-то предложения. Конечно, да? Конечно. Специальные скидки для наших гостей. Специальные ценовые условия, безусловно. Есть официальный сайт, разумеется, друзья, поэтому если вы планируете свою поездку в Москву, и даже если вы житель столицы и вдруг понимаете, что вы Москву-то видели только, только в своем районе, на пятом этаже своего дома, в общем, и выше, и всей этой красоты с птичьего полета не видели, обязательно нужно оказаться в Президент-отеле. Ну, а если уж это молодожены, то, конечно, сам Бог велел просто провести там ночь. Огромное количество пар же, да, как раз-таки снимают номера именно в Президент-отеле. Приятно, что не только снимают номера и празднуют свои важные события, но возвращаются к нам на годовщину свадьбы. Потрясающе. Возвращаются к нам крестить своих деток. С детьми, да. С маленькими детьми. Очень здорово, что довольно существенное количество наших гостей становится нашими постоянными гостями. Это доверие дорогого стоит, мы это ценим и стараемся быть лучше. Для молодоженов есть специальные номера или их оформляют? Их оформляют специальным образом. Мы рассматриваем возможность вывести несколько номеров и оформить их постоянно сделать как номера для молодоженов. Но, в общем-то, у нас классное оформление, особенная программа для молодоженов и хорошие ценовые условия. Ну, в общем, отлично. Я думаю, что нужно начать с того, чтобы отпраздновать Новый год. Обязательно Президент отеля, да? И там уже, конечно, принять решение, какие еще события важные в вашей семье или, может быть, даже корпоративные истории стоит отметить именно в этом отеле. У нас музыкальная пауза. Оставайтесь с нами, и мы продолжим эфир. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. Друзья, у нас сегодня в гостях генеральный директор Президент отеля Кира Захарова. Продолжаем узнавать много интересного об отеле, об истории, ну и, конечно, об интересных специальных предложениях и, конечно, о предстоящей новогодней обширной программе. Кир, что еще интересного Президент отель готовит своим посетителям? Я так понимаю, не только в новогоднюю ночь речь идет вообще о новогодних каникулах, которые все ждут прямо уже с волнением. Действительно. Уже новогоднее настроение у вас, Александр, есть? Конечно. Здорово. Сейчас Москва начнет украшаться. В Москве замечательные новогодние украшения. Много зимних активностей, которые могут наши гости попробовать. Например, рядом парк Горького. Да, рядом парк Горького. И самый большой в Европе каток. Вот он открывается на днях. Наши гости тоже могут покататься там. Это очень здорово. Почувствовать новогоднее настроение, выпить глинтвейна. Но если говорить про нашу программу, у нас действительно программа рассчитана не только на саму новогоднюю ночь, но и на все новогодние праздники. Мы разработали много активностей для наших деток. У нас будут аниматоры, детские комнаты, ёлки, подарки, сюрпризы. Это очень важно, потому сюрпризы. Что, конечно, туристы в основном семьями приезжают в Москву. И очень многие родители, конечно, готовы просто все отдать, чтобы ребенок был счастлив, доволен. Конечно. С удовольствием эти каникулы провел. Тем более новогодний праздник, Новый год вообще это такой
традиционно семейный праздник, да, поэтому, да, конечно, для большая будет программа для деток. Саму не новогоднюю ночь, я уже сказала, о том, что у нас будет хорошая. Причем новогодняя ночь по-президентски, друзья, обратите внимание, очень красиво, да, достойно. По-президентски это значит традиционно, в лучших традициях нашего российского Нового года, с речью президента, с традиционными салатами, исполненными качественно, очень вкусно и в таком современном исполнении, с новогодним салютом, который вот с 14 этажа можно будет наблюдать. Это будет потрясающее, незабываемое зрелище. Я могу только себе представить. Приезжайте к нам на Новый год. Это будет очень здорово. Ну, конечно, правда, музыкальная программа, ведущие конкурсы, сюрпризы, прекрасное настроение мы вам гарантируем. Подарки будут обязательно. Что касается выходных дней, там какая-то особая ценовая политика? Если говорить как раз-таки тоже о туристах со всех стран и с граждан России. Да, и мы сделали это специально, потому что побывать в отеле зачастую это, ну, не обязательно в отель едут, чтобы планомерно или целенаправленно отдохнуть. Не всегда в отель приезжают по делам. Иногда выехать из своего региона или даже из своей квартиры и провести... другого конца Москвы даже, конечно. Другого конца Москвы, огромной Москвы, и провести уикенд в прекрасном отеле дорогого стоит, потому что вы получаете какие-то новые ощущения, не какие-то, а замечательные новые ощущения. И незабываемые, абсолютно. У вас есть возможность подумать, переключиться, не знаю, разработать какие-то планы на будущее. Это всегда здорово, потому что отель — это особенная атмосфера, которая направлена именно на то, чтобы наш гость был доволен. Ну и все услуги тоже в доступе. И поэтому на выходные дни у нас есть специальные тарифы, которые позволяют гостям приезжать именно на уикенд, на субботу и воскресенье, оставаться в отеле по хорошей цене, ну и получать весь Какие сервис. Какие вы молодцы! Весь сервис доступный в президент отеля. Это замечательно, друзья. Я хочу сейчас попросить наших режиссеров включить видео. Точнее, это будет фото, подборочка, небольшое слайд-шоу. Кир, ну а вас попрошу, наверное, так как-то прокомментировать по ходу. Я так понимаю, это как раз виды многолетней давности, скажем так. Многолетней давности, да. Октябрьской. Вот так отель выглядит сейчас. Фасад у нас немногим изменился. Это прекрасные виды. Близлежащий как раз памятник, да, вот Петру Первому. А это уже как раз это вид с 14 этажа, с ресторана «Ассамблея», который прекрасен и днем, и ночью. Да, это уже вид ночью. Мы видим храм Христа Спасителя. А это комфортные уже номера. Двухспальные. Просторные. Есть возможность, да, семейные номера, двуспальные. Кстати, из большинства, ну, практически всех номеров президент-отеля открывается также прекрасный, потрясающий вид. Вот это замечательный зал-библиотека. В этом зале проходит множество особенных мероприятий. Это круглый зал. Здесь подписывалось огромное количество соглашений государственных, в общем, да, и в основном исторических. Успешных. Исторических. Это вот, мы уже видим ресторан. Интерьеры ресторана «Ассамблея». Особенные интерьеры. Да, очень особенные интерьеры, очень-очень красиво. Конечно, друзья, по всему абсолютно ясно, что побывать в этом отеле можно. Можно ли прийти просто пообедать? Конечно. И тоже таким же образом принять решение о том, остаться в этом отеле или нет. То есть рестораны открыты для посещения. Конечно. Заранее бронировать, приходишь, посещаешь и уже понимаешь, что отсюда уходить совершенно не хочется. Кир, я хочу немножко поговорить о вашей биографии, потому что, на мой взгляд, она очень интересна. Вы родом из Беларуси, в Москве заканчиваю школу. Заканчиваю МГУ, да, Московский государственный университет с отличием. С отличием, да, и это юридическое образование, которое наверняка вам на сегодняшний день очень и очень помогает. Юридическое образование всегда структурирует мышление определенным образом. Это системное образование, поэтому всегда помогает. А далее у вас есть большой опыт работы, и действительно, там получено огромное количество наград именно в этой сфере. В Крыму сколько лет в общей сложности вы провели там? В Крыму провела около 7 лет. Ну, и за это время у вас там колоссальные успехи какие-то. Спасибо. Невероятные. Да, это правда, потому что там международного уровня, и, в общем-то, тоже гости в этих гостиницах были только самые высокопоставленные, ну, наряду, конечно, и с обычными гражданами в том числе. Знаете, в интернете очень много интервью с вами, где вы говорите, что самое главное в моей работе — это любить людей, любить людей, любить людей, любить людей. Мне кажется, это достаточно редкое такое качество, которым вы обладаете. Вы на сегодняшний день не разочаровались в своих же словах? Вы по-прежнему придерживаетесь этого же мнения?
Ну, вы знаете, как работа... Скажи, такой... работа в президент-отеле не заставляла ли вас, изменить свое мнение? Да. Конечно, нет, потому что в работе с гостями невозможно... Ну, любить гостей — это, знаете, такая профессиональная деформация. Она у тебя наступает, и с ней никуда больше, ну, ты деться не можешь. Не то чтобы тебе приходится любить людей, но это становится твоей сущностью. И действительно невозможно принимать, встречать гостей, если ты не, тебе это не нравится. Ведь, знаете, мы не разделяем, ну, я, по крайней мере, не разделяю и работу, и личную жизнь. И там я, и здесь я, и в семье я. И везде, во всех сферах моей жизни присутствует любовь. Если я делаю с любовью свою работу, конечно, я люблю свою семью, своих детей, энергия и радость от того, что я делаю, и личной жизни, и на работе, она умножается многократно. И только тогда возможен успех и действительно потрясающие классные результаты, которые полезны не только тебе, но и окружающим людям. Кир, ну скажите, пожалуйста, все я понимаю, если абсолютно хорошие, приличные, спокойные, адекватные люди, но бывают же и те, которым нужен специальный подход, скажем так, как бы мягко сейчас будем выражаться, но те, которые так и напрашиваются, знаете, на какую-нибудь грубость или, может быть, на конфликт, даже как вы любите этих людей? Ну, как не любить? Или вы уже научились годами? Ну, конечно, конечно, вопрос и в опыте, и в управлении конфликтами. Это все это навыки. Но если говорить про мое личное отношение, то когда у тебя есть конфликтный гость или какая-то конфликтная ситуация, я прежде всего стараюсь понять, что этому человеку действительно нужно. И когда ты смотришь на ситуацию зачастую его глазами, даже если тебе она на первый взгляд кажется неадекватной, ты всегда, становясь на его сторону, и смотря на проблему, на сложившуюся ситуацию, еще раз повторюсь, его глазами, можешь найти то решение, которое его удовлетворит. И, как правило, вопрос снимается. И если такой подход, он не только у руководителя, но и у всех его сотрудников, а, как правило, так оно и есть, потому что это люди работают с гостями и работают в сфере гостеприимства, ну, то конфликты становятся меньше и меньше. Я просто смотрю, да, правда, на вашу улыбку, на ваши глаза и манеру общения, я, конечно, понимаю, что действительно вы в состоянии уладить абсолютно любой конфликт прям в максимально короткие сроки. Друзья, у нас новая музыкальная пауза. Сейчас у нас Денис Клявер появится на экранах, в ваших приемниках, и после чего мы продолжим общаться с нашей Кости. Лучшее в стране. Продолжается программа. Друзья, Кир Захарова у нас сегодня в гостях, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Президент-отель». Мы поговорили уже достаточно много про «Президент-отель», про его роскошное расположение, про его уникальность, про историю. Друзья, но я уверена, что далеко не все из вас знают, что «Президент-отель» — это гостиничный комплекс, и в который входит также еще два отеля. Гостиница «Арбат» и гостиница «Лось». И этими гостиницами вы также управляете, Кир. Совершенно верно. А сколько у вас подчинений людей находится? В гостиничном комплексе сейчас работает около 400 человек. Ну, это очень много. Вы знаете каждого? Конечно. В лицо? Да, в лицо точно и по имени. Заслуги. Среди этих людей, вы уже, по-моему, немножечко сказали об этом, есть ведь те, которые практически с самого момента открытия работают. Это очень интересно, это очень ценно, Александра, действительно. Наверное, потому что они носители, да, они не только опыта, но носители вот той особенной энергии, той атмосферы, тех основ гостеприимства, по-хорошему советского, которые самого высокого уровня, которые действительно представляют для нас большую ценность. И вот у нас есть такие сотрудники, из них есть и горничные, и повара, которые обслуживали самых высоких гостей вот уже на протяжении 35 лет. И они знают, какую кашку подать на завтрак какому партийному деятелю, и каким образом, как зовут жену, как зовут собачку. Это действительно очень важно, потому что гости зачастую к нам даже... гости, которые перестали быть официальными, возвращаются к нам просто для того, чтобы побыть у нас, вспомнить, как это было, погулять по Москве. И вот это очень здорово, очень ценно, когда они встречают этих же самых дорогих им гостей. Многие здороваются за руку, обнимаются, проливают слезы, потому что это действительно очень-очень ценно. И вот таких людей у нас много. Они же знают о том, какие в быту были, не знаю, там Фидель Кастро, Далай-Лама и так далее. Да. А можно ли у них поспрашивать какие-то подробности? Нет. Я так знаете, знала. У нас серьезная партийная, по-хорошему партийная школа, и эти наши дорогие сотрудники такие носители правильного воспитания,
То есть советского. Вопросы задавать можно, но ответ придется читать по глазам. Как-то, наверное, как-то не прочтете, Александр, действительно. Ну, несколько слов, конечно, я думаю, нужно уделить отдельно и гостинице «Арбат», и гостинице «Лось». Что там на сегодняшний день, есть ли чем похвастаться, какие успехи? Гостиница «Арбат», 104 номера, в самом тоже центре Москвы. Это маленький арбатский переулочек Плотников. Хорошая гостиница. Она построена в 1960 году, то есть довольно давно уже. Ну, да. Уже большой истории, 50 лет нашей гостиницы. Часть частично реновирована. Постарше, чем президент постарше, отель. Постарше. Ну, такая же замечательная, на самом деле, классная локация. Тоже рекомендуете к конечно, посещению рекомендую. Остановки. Хорошо. Ну, большое гостиница... количество залов также в гостинице «Арбат» есть для проведения корпоративных мероприятий, деловых мероприятий. А самая большая ценность гостиницы «Арбат» — это внутренний дворик. Тихий, красивый, зеленый арбатский дворик, которым можно позавтракать замечательно, провести время. И вот в шаговой доступности, буквально в 50 метрах, в 100, а у меня не очень с цифрами, 150. Прямо старый Арбат, и можно прогуляться и попасть в шумную толпу. Гостиница «Лось» построена в 1940 году. Это небольшая... самая старая в гостиничном комплексе, самая, да, самая старая гостиница, реновированная, построена в 40-м году, 6 гектаров земли, это небольшой отель, всего 15 номеров, замечательное пространство для проведения корпоративов и летних мероприятий, у нас прекрасная беседка там, хорошие возможности для того, чтобы наши гостей накормить, прекрасно оборудованная кухня, ну и сауна, конечно. Шашлык. Ну, все, что нужно. Мангальная зона отдыха. Для полного счастья нужно. И тоже находится в пределах Москвы, в районе Медведково, Лосино-Островский район. Да, друзья, нужно обязательно зайти на официальный сайт, посмотреть, и там, кстати, ссылочки зайдете, неважно, на какой отель вы попадете, да, Лось, Арбат или Президент отель, вы обязательно там по ссылочке сможете выйти на любую гостиницу из гостиничного комплекса Президент отель. У вас же новый шеф-повар. У нас новый шеф-повар Семен Жарких. Куда дели прежнего? Хочется спросить, конечно, но понимаю, что, может быть, вы не скажете. Ну ладно, новый и новый. Давайте о нем. Ну почему же дели? Сам делся. Ну, время идет, меняются стандарты, появляются новые люди. Ну это абсолютно нормально, конечно. У нас конечно. В основном команда даже в ресторане осталась старая, по-хорошему старая, да? Люди, которые долгое время проработали, они по-прежнему с нами. А шеф-повар новый наш руководит кухней и определять направление для всех трех отелей, не только для президент-отеля. Но это тоже достаточно объем работы, надо объемная сказать. Объемная, да, работа. Наша концепция — это возрождение классической русской кухни в современном прочтении. Поэтому все, что сейчас делает Семен, это интересно, это ярко, это ново. Мы об этом будем говорить, рассказывать. Вот завтра у нас дегустация нового меню, которое он разработал для одного из наших ресторанов. Ну, я думаю, что... Вы будете лично дегустировать? Да, конечно. Конечно, у нас есть дегустационная комиссия, довольно широкая. Конечно, от нескольких людей сразу будет зависеть принятие решения. Вы знаете, всегда принятие решения по таким субъективным историям вкусно-невкусно, оно, конечно, должно быть коллегиальным, потому что то, что ем я, то, что нравится мне, может не понравиться нашим гостям. А потом, знаете, это очень правильно. Вот если что-то вдруг не так, то виноват. Один такой человек, а так, вроде как команда, и попробуй разберись, кто там за какое блюдо голосовал и так далее. Ну, в общем, это здорово. Я думаю, что это будет, мне кажется, такое приятное открытие для тех постояльцев или тех посетителей отеля, которые уже были там неоднократно. И здесь вдруг появление нового шеф-повара, конечно, влечет за собой большой интерес, да, попробовать блюдо. Если вы говорите о русской кухне, я предполагаю, значит, что там обязательно должно быть какие-нибудь пельмешки. Пельмешки есть. Будут обязательно, да? Какие-нибудь салат оливье в какой-нибудь хорошей, да, правильной русской традиции. Да, но только в интересной необычные, традиции. Необычные, нестандартные. В подаче, с особенными ингредиентами вкусненькими. И новое банкетное меню тоже. И новое банкетное меню. Я уже упомянула, Александр, что у нас... в ГУП «Президент отель» 24 конференц-зала, которые также возможны для проведения банкетов. В «Президент отеле» 18. И, конечно, каждый день у нас проходят разные события, это очень здорово. К нам приходят и конференции, и корпоративные мероприятия, ну, и банкеты, и торжественные. У вас на территории. И премии, торжественные события. Поэтому действительно качественное, высокого уровня банкетное меню в хорошем исполнении, которое будет каждый раз все лучше и лучше, это очень важно для нас. И вот сейчас у нас банкетное меню, оно в процессе разработки. Я думаю, что в течение ближайшего времени мы сможем презентовать нашим гостям.
Так что, пожалуйста, добро пожаловать в корпоративные мероприятия президента отеля. Друзья, конечно, учитывая, что сегодня 20 ноября, и как раз уже сейчас очень активно все занимаются поисками, думают, где, как. Мне кажется, шикарное предложение. И здесь важно, конечно, поторопиться, а не откладывать долгий ящик, потому что я понимаю, что даты и залы будут разлетаться очень и очень быстро, просто как горячие пирожки. Кир, как строится день генерального директора в ГУП президента отеля? Подъем в 5:30. Ну, не всегда, я вам открою страшную тайну. Удается вставать в 5:30. Я так предполагаю, но немногим позже. Пробежка, сбор детей в школу, быстрый завтрак. У вас двое деток? У меня две дочки. Две дочечки. Пробежка с детьми или... Нет, дети спят до последнего. А бегает где генеральный директор? Рядом с домом. То есть прямо шаговой на улице? Доступности. Прямо на улице. Где-то в парке или прямо вдоль чего? Вдоль МКАДа? Где? Вдоль бульвара. Вдоль бульвара. Где найду деревья, там и бегаю. Возвращение домой, это значит приготовление еще завтрака для девочек. Быстрый завтрак, отправка детей в школу. Так. Ну и начинается рабочие будни. Краткая планерка в 9 утра. В 9 утра уже на работе планерка? В 9 начало рабочего дня, в 9:15 планерка. Короткая оперативка, где мы обсуждаем основные вопросы. Ну и оперативная работа, подготовка мероприятий. Ну, я так понимаю, работа с гостями. Ваши обязанности же все равно входит контролировать абсолютно все любые процессы, которые конечно происходят, да, там. И так или иначе, нужно за день успеть побывать на разных этажах, как минимум, еще зайти, понять, обсудить и решить какие-то вопросы. Во сколько заканчивается ваш рабочий день? Рабочий день генерального директора до 6 вечера. Ну, конечно, мы понимаем, что, да, поэтому, что может быть, всегда, когда ты находишься в процессе, ты не смотришь на время. Но, тем не менее, стараюсь заканчивать свой рабочий день не в 8 и не в 9, все-таки в 7, в половину восьмого, с тем, чтобы уделять достаточно времени своим девчонкам, своим дочкам, потому что и работа, и дом — это две составляющие нашей жизни, и они должны быть в балансе, в гармонии. Потому что хорошая мама — счастливая, реализованная мама, хороший руководитель — тоже хороший, заряженный, счастливый, довольный руководитель, которого все хорошо, и дома в том числе. Ну, это очень важно, конечно. Ну, а семья с пониманием относится к вашему графику, скажем так? Ну, семью все устраивает, моих девчонок и моих близких. Я в таком же режиме работаю, живу, это... довольно все уже привыкли, в общем, привыкли, да, что тут говорить. Ничего страшного. Они другой маму и не видели, надо сказать, потому что мама всегда управляла, так или иначе, очень достойными, ну, такими предприятиями, скажем так. У нас вновь короткая пауза, обязательно оставайтесь с нами, друзья, и продолжим беседу. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. Кир Захаров у нас сегодня в гостях, генеральный директор в ГУП «Президент отель». Кир, я хотела бы узнать, как появилось вообще управление отелями в вашей жизни? Поскольку было юридическое образование, понятно, наверное, вы как-то о сфере туризма-то и не думали. Или думали все-таки, обучаясь в МГУ? Признаюсь, нет. Всегда моя работа была связана с людьми. Это юридическая практика, потому что ты все равно работаешь с людьми, помогаешь людям. Потом был бизнес тоже в сфере организации мероприятий, досуга, концерты, фестивали, большие крупные корпоративные мероприятия, события. Потом был переезд в Крым по семейным обстоятельствам. И несколько проектов связаны тоже в сфере гостеприимства. Это и отельные проекты, и рестораны. Ну вот и я оказалась в своем первом отеле. То есть вас потихонечку так она вас приближала к такому серьезному масштабному проекту. Совершенно верно. Я читала в ваших интервью, что вы, когда проходили обучение, ну уже вот по сегодняшней профессии, скажем так, вашей, что вам приходилось проделывать всю работу или хотя бы наблюдать ее очень тщательно и внимательно, начиная от работы горничных, разумеется, там кухня и так далее. Конечно, специфика гостиничного бизнеса состоит в том, что ты обязан знать каждый процесс, ведь если ты этот процесс не знаешь, ты не можешь им управлять. И это и стандартные операционные процедуры, и контроль качества. Поэтому, да, конечно, я должна знать, в какую сторону наша горничная должна протирать стол. Справа налево или слева направо, потому что в противном случае остаются если разводы. Если не справляются, вы можете показать, как это делать. Совершенно правильно. Верно. Сначала научить, потом спрашивать.
Хочу теперь вернуться к делам семейным, к вашим девочкам, дочкам очаровательным. Сколько лет сейчас? 7 и 12. Чем увлечены, пока мама находится на работе, но школа уже понятна. Интересует ли их гостиничный бизнес и управление отелями? Старшая дочка занимается фигурным катанием, а младшая — с художественной гимнастикой. Их не интересует гостиничный бизнес. Пока более... что, да. Ну, пока что, не знаю, посмотрим. Более того, я скажу, что девочки терпеть не могут отели. И, в общем-то, предпочитают очень в наших путешествиях, такие, да, предпочитают все-таки какие-то другие альтернативные отельные варианты. Ведь, ну, отчасти потому, что высокие требования к отелю и у меня лично, и у них. Даже приезжая в хороший отель, найдут какие-то изъяны, что-то там обнаружат. Тоже профессиональная мамина профессиональная деформация, наверное, сказывается на девчонках. Ну и такие помощницы уже получаются в этой сфере, что-то где-то мама, если обратила внимание на другую, то девочки могут сказать: мама, там мама, такая пылюка, что-то. Совершенно верно. В общем, так. Ну, отсюда предлагаю перейти к какой-то особенной детской программе. И детям, я знаю, что президент отель собирается уделять и уже уделяет огромное количество внимания, времени, готовятся какие-то подарки, даже выпуск специальных книг. Кира, рассказывайте. Ну, конечно, президент отель — это прежде всего деловой отель, да? Нам приезжают гости со всего мира для того, чтобы поучаствовать во многих мероприятиях, ну, чаще всего с деловыми визитами. И при этом мы очень всегда рады нашим маленьким гостям. Правильно, потому что все дети, ну, не все, а некоторые из этих детей тоже станут и президентами, и крупными бизнесменами, и поэтому тоже они должны будут, привыкнув уже с детства, с возрастом приезжать вновь и вновь в президент-отель. Поэтому детский сервис... Очень грамотно, да. Ну и приведу с мамой и папой. Конечно. Малыш остался доволен нашим приемом. Можно ожидать, что мама и папа вернутся к нам снова. Да. Опять же, это касается прежде всего и тарифов входного дня, и специальных программ для малышей. У нас есть большой и широкий спектр услуг, которые мы оказываем именно в рамках детского сервиса. Это маленькие тапочки крошечные, и халатики. Какая прелесть. И детская косметика, и специальные подарки для наших малышей. Конечно, наши мамы и папы, наши замечательные гости могут рассчитывать на то, что мы для их деток сделаем все возможное. Если нужна специальная гречневая кашка вот такого определенной температуры, так, мы приготовим ее совершенно без дополнительных затрат для родителей. Поэтому мы стараемся и осуществляем детскую программу на самом высоком уровне. А как же вот это, знаете, всеми детьми любимый абсолютно точно картофель фри, но, безусловно, самый вредный продукт. Этим вы можете порадовать детишек? У нас такая вкусная, Александра, картошка фри. Да, самая вкусная в Москве. Действительно, самая вкусная в Москве. На усмотрение родителей. Ну и здоровое питание, я так тоже думаю, что не чуждо президент отеля, скорее Конечно, всего. Конечно, здоровое питание сейчас — это не только модный тренд, но действительно необходимость. Кстати, наш повар Семен Жарких уделяет огромное внимание именно локальным продуктам. То есть мы стараемся готовить и сезонных продуктов, и тех продуктов, которые у нас вот здесь в России растут. Безусловно, креветки в нашем меню и семга тоже есть, но в том, ну, прежде всего мы делаем акцент на такой здоровой, правильной, локальной кухне. Вот за это вам отдельное спасибо прям хочется сказать. Кир, я все-таки задам этот вопрос, потому что очень интересно. Наверняка у вас уже сформирован некий план на будущее, да? Прям, может быть, какие-то даже есть такие далекие планы лет через, на 5, на 10 расписаны. Что вы планируете внедрить нового интересного в президент? Если можно поделиться этими секретами, может быть, нет, потому что там нас смотрят в других странах, и кто-то сейчас быстренько идею какую-то почерпнет и внедрит. Поэтому, если есть чем поделиться, и можете рассказывать. Ну, вы знаете, Александр, может быть, я вас не удивлю, но все-таки мы хотели бы развивать, по-хорошему развивать традиции. То есть все хорошее — это хорошо забытое старое. Ну, возможно, не все, но существенная часть. Да, конечно. Поэтому президент отеля уже есть чем гордиться. Это и наша история, и наши традиции гостеприимства, и наша особенная локация, наши особенные номера, просторные, современные. Мы хотим это улучшать, делать это наши сильные стороны еще сильнее и ярче. Безусловно, у нас много разных задумок, которые связаны и с мероприятиями, и с особенными сервисами для наших гостей. Но поживем и увидим, будем реализовывать, и, надеюсь, успешно. Будем об этом говорить. Я как даже не сомневаюсь, да, Кир. Мы будем всем коллективом рады вас видеть вновь в гостях. И, может быть, в следующем году уже как поговорим о каких-то предстоящих интересных мероприятиях, которые будут в отеле, каких-то интересных специальных предложениях. Ну, а пока, конечно, я хочу всем напомнить, что обязательно нужно зайти на официальный сайт президента отеля, посмотреть, выбрать для себя какие-то денечки. Но уж если тем более вы
проживаете в других странах, в других городах и планируете поездку на новогодние каникулы в Москву, то выбор здесь, мне кажется, абсолютно очевиден, потому что, ну, на мой взгляд, что все-таки является большим жирным плюсом такого вида панорамного вы не встретите нигде. Ну, а про сервис и все остальное вы уже слышали и сами поймете, заглянув на официальный сайт президента отеля. Кир, знаете, что я вам хочу еще сказать? Я абсолютно уверена, что очень многие наши зрители и слушатели сейчас себя ловят на мысли, что вот бы мне такого начальника, глядя на вас. Я искренне хочу пожелать вам успехов. Я искренне все равно хочу вам пожелать терпения. Хотя я уверена, что, несмотря на ваше обаяние, очень сильная девушка, иначе бы, конечно, вы не достигли таких высот и не заняли бы такого положения. Так что искренне вас благодарю. Развитие, успехов президент-отелю. Мы там будем обязательно. И рады будем вас видеть снова у нас в гостях в программе «Лучшая в стране» на телерадиоканале «Страна FM». Спасибо всем. Лучшие в стране на телерадиоканале «Страна FM».